В отдельном приложении ВК Музыка все включено. Только сейчас подписка 0 рублей на 3 месяца. Слушай бесконечную музыкальную библиотеку, популярные подкасты обо всем на свете, тысячи аудиокниг от классики до новинок и любимые радиостанции. Оформи подписку на ВК Музыку за 0 рублей. И здесь известные медийные личности отгадывают своих подписчиков. Я ведущая Карина Кросс и Рома Каграманов. Карина, блин, ты даже слова не дала вставить. Что такое, блин, договаривались же. Ну, вставь. Кастрюля. Ну, вот поэтому и не дала вставить слово. Какой-то детский сад, честное слово. Кстати, наши сегодняшние гости вот только недавно были в детском саду. Встречайте, объединение ЦУЭФА! Трэш, даже название команды сказать не дала. Ура! Трэш, трэш! Приветики! Come the fuck down! Загубилка! Приветики! Ты, как всегда, крошиха! Рома, мне ручку поцеловали! Сейчас кто-то по шапке получит! А знаешь, что Дженни сказала там за кадром? Да, да! Ты Милфу годишься! Да! Что? Такого не было! Кто это сказал? Они придумали специально, чтобы вас поссорить! Мальчик, скажи, пожалуйста! Звук записывается! Малыш! Да хватит! Ребенок, а ты откуда такие слова бранные? Вот эти вот в интернетах ваших мечтали. Этому ребенку, между прочим, уже 22. Такой взрослый, так быстро растут чужие дети. Тебе 20? Тебе 20? Ты такую бредятину несешь? Он не такую бредятину иногда несет. Он еще и хуже бывает, говорит. Рома, хочешь, я тебе еще один инсайт открою? Давай. Ребята переснимали наше с тобой шоу. Да, и оно набрало больше просмотров. Ну, про больше я не знаю. На самом деле мы изменили. Так посмотри. Подожди, а что, твой подписчик они пересняли? Да, они просто взяли и пересняли наше шоу. Ну, неправда. Мы просто показали, что можно улучшить. Вам. Что ты там показать можешь? Улучшить он собрался. Вот в Ютубе вводи ЦУЭФА и смотри. Мы не знаем, что такое Ютуб. То есть, получается, это ребята, которые тырят чужие шоу. И становятся из-за этого популярными. Да, получается так. Но уже нет. Зато клип у нас свой. Скажите честно, вы все время с инстасамкой общаетесь, да? Нет, нет. А откуда у вас такая привычка сутырить? Да, да, да. А я вообще тут что, я не общаюсь. Она в курятнике, между прочим. Так, ладно, дети, вы смотрели наше шоу? Дети? Да, Карина, они его переснимали. Ну, может быть, они просто его смотрели? Мы, если что, здесь руководить будем, как что сделать. Да, да. Ну, значит, вы все знаете. Я тогда для тех, кто нас сегодня смотрит, расскажу, что будет происходить. Здесь находятся ваши подписчики. Привет. Привет, ребята. Вот, все они на вас подписаны в разных социальных они так рады нам, да? Нет, они с вами не будут общаться, особенно не будут разговаривать. Лиза Губ, когда я говорю, никто больше не говорит. Извините, пожалуйста, пожалуйста. Тетя Карина, прости. Не подходи. Да не обнимай ты меня. Руки от нее убери своими. Вот так сядь. В общем, после того, как мы будем называть определенную категорию, вы будете их выбирать. Соответственно, ваша задача сопоставить категорию подписчика. Если у вас это получается, все хорошо. А дальше расскажет вам Рома. У вас есть возможность выиграть подарки, такие как билеты в парк аттракционов, деньги на обеды. Это нам. Торт ЦУЭФА. Как хорошо, что я надела линзы. GoPro. Вот это очень нужно, мы влоги будем деньги, писать. Да. О, курсы по подготовке, курсы по подготовке к ОГЭ. Это им надо. Мы с Кариной снимаем для вас на сутки белый лимузин. У нас свой есть дальше. Можно заткнуться, пожалуйста? Изакова! Сборник детских песен, билет на страшный квест, отпугиватель собак, настольная игра для компании. А зачем нам отпугивать? А, Жень же собак. Это если вы угадали подписчика. А если вы подписчика не угадали, мы изымаем какой-то из призов, и наши уважаемые коллеги-подписчики кладут на это место наказание, которое не знает никто, что там может скрываться. Да мы за все надо справимся. Угадывать. Давайте. Сложная сегодня будет съемочка, я так чувствую. Нет, очень даже простая. Итак, давайте посмотрим, какие категории подписчиков сегодня представлены.
У него 12 миллионов подписчиков. Ого! Второй подписчик в ссоре с Настей Кош из-за Миланы. Третий подписчик пел на Жара ТВ. Четвертый подписчик – бывший друг Оскара Оскаридзе. Пятый подписчик разговаривает как искусственный интеллект. Шестой подписчик снимался в клипе «Девочка Уэнсдей». Седьмой подписчик хочет купить рекламу своего ТГ у одного из вас. Восьмого подписчика кусала ядовитая змея. Девятый подписчик, у него сегодня день рождения. С чем и мы тебя и поздравляем. Обязательно. И подними руку. Ага. И десятый подписчик победил рак. Вау, уважаю. Я могу вам подсказать, я одного знаю здесь точно. Настя, давай, Кош, которую... начинай. Давай. Я знаю десятого. Реально? Да, это девочка вот в шапочке с лягушкой. Вот. Я ее видела в лайке, я еще заходила к ней на эфире и подарки ей дарила. Точно, да. Да, это вот девочка, вот это 100%. А точно она? Надела, я помню, у нее еще были рыжие волосы. А что за история, расскажите, пожалуйста. Я ей подарки дарила, да, я знаю, я просто видела эту девочку несколько раз. Ну, в лайке, что она снимала ролики дальше. И типа, ага. А прикинь, если мы с тобой ошиблись? Нет. Я просто линзы не надела, я толком не вижу лицо. Так, ну что? Вы готовы сделать первый? Я думаю, мы полностью им доверяем, если они знают, то окей. Я тоже. То есть, если что, женщина имеет право голоса, да? Да. Да, имеет право. А я не разделяю, просто человек имеет право голоса. Let's go. Какой красивый. Зашел сюда сначала, знаешь, не милфа, не милфа, а тут такой, как бы... Карина, как ты там делаешь? Нет, сначала нужна шикарная фраза от Ромы. А, да, Рома, точнее, Рома. Точно. Роллы ест Супер Стас, а ты Карина Фас. Это уже банально. Да? 3-4 раз. Ну-ка, это тоже банально. Так, нужна социалочка. Да каждый раз новая прикинь. Прикинь, оплатил вчера за коммуналку, за газ. Денег нет, Карина Фас. Девушка в потрясающем зеленом костюме. Скажите, пожалуйста, вы действительно победили рак? Да. Yeah! Это мы, если что, твоему ответу радуемся. А теперь порадуемся нашему правильному выбору. Она расстроена как-то. Малыш, расскажи, как... Эй, ты чего не расстраивайся? Иди к нам. Иди к нам, ты чего? Все хорошо. Ты чего? Все круто, да. Вообще все классно. Круто, ты все победила. Ты вообще большая. Все, и он никогда больше не придет, козел. А проходите к нам сюда. Да. Не присаживайся, вот. Да, можешь прилечь, на все стулья для тебя. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Диана, мне 16 лет. Значит, в июне меня увезли на скорую, потому что я очень себя плохо чувствовала. Обнаружилось, что у меня в голове опухоль. Пришлось сделать операцию, потом пошли побочки. Я не могла нормально разговаривать. И вот врачи сказали, нужно общаться, чтобы вернуть свой прежний голос. Я решила вести эфиры. Многие люди писали гадости, мне было очень неприятно, но я продолжала это делать. Молодец. Вот, и однажды Лера зашла. Было очень приятно, потому что я думала, ну, пройдет мимо. Потому что, ну, ты не знала меня, и очень было приятно то, что она зашла на эфир, подарила подарки, написала хорошие слова. Ничего себе. Ты большая умничка. Ну, у тебя сейчас все хорошо? Да, у тебя сейчас все хорошо. Ну, я сейчас прохожу лучевую терапию, осталось где-то месяц, и потом должно уже быть все хорошо. Ну, мы уверены, что будет все хорошо. Спасибо. А ты каждый день ведешь эфиры? Ну, раньше сейчас забрали, потому что... Ну, вот мы теперь все зайдем и подарим тебе. Я понял. Давай мы тебе сделаем эфир по связи и это... И зайдем тебе на эфир и все подарим тебе подарки. Спасибо всем большое. Круто, круто. Ну лучше, такая модная, обалдеть. Карина тебе завидует, если что. Я знала, что мне первый угадает. Спасибо всем большое. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Пока. Блин, мне так грустно стало. Тяжело. Тяжело сразу. Как-то мы резко, да. Просто у нас динамика шоу, ну типа, эй, Милфи, я надо как-то возвращаться. Я предлагаю сейчас дать выбор мальчикам. Нет, давайте вместе. Реально, мы с вами хотим. У него 12 миллионов подписчиков. Давайте так, у кого может быть 12 миллионов подписчиков? Нужно знакомое лицо, по-любому есть знакомое лицо. Вот эту девочку, я где-то видела вот ее. Вот с собачкой на свитере и с мишкой на ноге. Я тоже где-то видел. Я где-то ее видела. Да. 12 миллионов подписчиков. Ну, если вам станет... Но это по-любому не подруга Оскара. Это уже хорошо. Если вдруг вам станет спать. Ладно. Так, ну что?
Мне кажется, вот эта девочка, у нее 12 Рома, миллионов как подписчиков. Обычно. Я, знаете, как смотрю? Я смотрю, короче, как по стилю, типа. 12 миллионов подписчиков, потому что блогер все-таки... А, так реально, вот в красной кофте нет? Нет, она выступала... Нет. Короче, вот девочка, у нее 12 миллионов подписчиков, 100%. На жаре, мне кажется, выступала либо вот эта девочка, либо вон та. Да-да, вот эта на жаре, а вот эта 12 нет, миллионов подписчиков. Которая, подождите, крайняя. А мы какую категорию вообще выбрали? 12 миллионов подписчиков. Да, причем тут жара. Что Джарахов? Жара ТВ. Он пометит. А выбирайте, все... короче, самое знакомое лицо. Нельзя подходить. Вот у девочки самое знакомое лицо. Блин, зрение это плохое. Я просто хотел, ребят... Хорошо. Давай, Ром, скажи. Я просто хотел ребятам сказать, что если вам станет вдруг от этого спокойнее, то мы с Кариной сами не в курсе, кто да вообще ладно. Кому относится. Какой реально? Да, мы да. не знаем. А мы не знали, мы никогда поэтому, не поэтому, когда смотрели. Вы просите помощи, мы вместе с вами играем и пытаемся просто наобум угадать, кто... Ну вот смотрите, я вам что говорю. Вот типа 12 миллионов я оцениваю как бы по стилю, как блогер, допустим, может одеться. И вот я, короче, думаю на девочку сразу собачку. Видно, что у меня всего лишь 3. Давайте рискнем, мы просто девочка с собачкой. Мы просто доверять должны интуиции нашей цуефашной. Не, я им не доверяю. Я тоже не доверяю. Я вообще думаю, да что блин, эта вы девочка скучные. Вот крайняя, вот эта вот в розовой. Вот тебе тоже кажется? Да. Но или она как она выступала на Жара ТВ, а вот 12 миллионов. А кто в клипе снимался? Слушай, потом решим. У нее тоже, да. Ну сейчас типа как будто бы, да, вот два я варианта. Говорю, да, она тоже такая классная. Блин. А прикиньте, вообще мы пустоту ну, пойдем кофе попьем пока. А ребята, вы нам вообще не помогаете. Да. Так мы не знаем. А вы хотя бы порассуждайте, что-нибудь скажите. Я поняла на своем шоу, что Карине и Роме лучше вообще не доверять. Лучше просто слушать свои интуиции. Я вообще сейчас не понимаю. А что происходит? Кто-то где-то что-то, ну, как-то согрешил или что, я не знаю. А что происходит? Это что? Не, мы вас любим, правда, ребят. Давайте, допустим, 12 миллионов подписчиков у девочки в розовой штучке. Нет! Да. А ты, Лер? Я не знаю, мне Женя. Решение принимает Женя. А ты, Жень? О, не, я не буду, я боюсь подставить. Я сказал, давайте вместе. Ты же четвером принимаю решение, только я. Давайте ты думаешь, вместе. Что вот эта девочка? Да, 100%. Мы же можем как-то им помочь хотя бы? А ты давайте знаешь, что? Давайте я не знаю, но я придерживаюсь... Давайте просто за кого больше, меньше голосов. Вот и ко мне еще какие-то... Я за розовую вот эту. Я тоже за розовую. Я не за розовую, я за а вот ты? Это 100%, смотрите, 100% смотри, не будет. Я не знаю кто, но я придерживаюсь идеи Жени о том, что... Если у человека 12 миллионов подписчиков, значит, он уже может себе позволить быть как-нибудь очень стильным. Экстравагантно. Безусловно. И мне кажется, что девочка в розовой вот этой вот потрясающей истории могла бы быть этим человеком. И, соответственно, девушка в прекрасных джинсах и красном согласна, да, кардигане да. вот в этом. Она выглядит как какая-то привлекательная. Кстати, возможно, да, на мировую. А мы сейчас кого угадываем? Же? Давайте красный. 12 миллионов. А кстати, девочка давайте в розовом вам никого не напоминает? Блин, я ее знаю, реально знаю. На Жара ТВ. Кристина Арбакайте? No! Может, ты Дилара? Ее знаешь? А можно она прийти посмотреть? Она похожа на одного из вас, вам так не кажется? А, Лера точно, Лера на Женю. На меня? Ага, Лера Сина. У него такая же куртка. Помнишь, если это она снимала, могла снимать видео, типа, мне всегда пишут, что я похожа на Леру Синку. Ты не помнишь? Ну, я помню, но а как будто это не она. Ты думаешь, не она? Ну, может быть такое, просто лицо не вижу и не знаю. Может, она хочет мне купить рекламу? Короче, ребята, давайте решим уже, вот... Мужики не могут решить, Лерой, девочки. Давайте. Девочка в розовой штучке. Нет! А что, у нас 12 миллионов подписчиков, она у нас артист. Она видно, что танцует Тодос, там что-то такое, на жара. Ну все, короче, сами решайте, я не знаю. Все, я думаю, красная на мировую. Все, поехали. Все, доверимся им, но я не доверяю. Я не доверяю, давай сюда. Что они выбрали? Ничего. Что красная? А что она делает? На мировой тикток снимает, у нее 12 миллионов подписчиков. А может, она на ютубе, вот у нее. Блин, я не верю. Все, давайте красные штучки, ладно, я уже устала. Сделай ты выстрел, пожалуйста. Да, нет, да. Не надо перекладывать ответственность. Вы уже взрослые. Хорошо, девочка... Тебе очень весело, я смотрю, она уже 14 раз зевнула. Девочка, девочка с худи на собачке, у нее 12 миллионов подписчиков на ютубе. Худи на собачке. Да вы же сказали красная. Пусть, уже пусть нет, они. Собачка на ютубе. Все. Собачка все. На ютубе? Что собачка, ты несешь? Собачка худи 12. Да. Окей, Рома. Даже если она скажет нет, все равно да. Женя, прости же ты всех нас. Разгадай, Карина, вас. Девочка. С потрясающей собачкой на кофте. Она заплачет. Скажите, пожалуйста, у вас действительно 12 миллионов подписчиков? Нет. Хотелось бы, но нет. Марина!
Кроме, а мы же проходи, кроме. А представься, а пожалуйста, деле? Как тебя зовут? Поссорились с Оскаром, да? Давайте пожалуйста, вы дадите слово представиться, как тебя зовут. Меня зовут Алиса. Алиса, очень приятно. Скажи, пожалуйста, приятно, кем ты являешься из этого списка? Меня кусала ядовитая змея. Что? Реально? Расскажи эту историю, пожалуйста. Ну, начнем с того, что это было летом 2019 года, мне было 6 лет, и мы поехали с родителями в загородный дом на отдых в Карелию. И я решила выйти во двор, ну, этого дома без спроса, и я захотела постучать в окно, типа сказать, что я вышла на улицу, а окно было высоко, и мне, чтобы постучать, надо было подпрыгнуть. Я подпрыгнула и, видимо, наступила на змею, и она меня укусила 2 раза. У меня было целых 2 укуса. Я представляю, еще, знаете, этот страх, когда ты наступила, она вот так, типа, делаешь. Это очень мощно. И что дальше? Что было, ну, да. У меня очень сильно закружилась голова, я была просто в шоке, у меня начались даже галлюцинации, и до ближайшего города было 80 километров, и мы просто помчали быстрее в город. Офигеть. И мы уже вызвали, пока ехали в город, мы вызвали скорую, и просто по пути в город мы уже подловили попавшуюся, и уже меня повезли в реанимацию на сутки, и на следующий день меня положили уже в палату на целых 2 недели. А сколько? А, 2 недели! А что за змея была? Гадюка. Гадюка? Гадюка! Получается, что ты почти как Северус Снэк, тебя нога на 2 раза, ну, в ногу цепануло. Считай, что ты немножко Гарри Поттер. Котик. Крути барабан. Лишай этих ребят возможности получить подарок. Подготовки пугают. Только не квест, пожалуйста. Не квест. Любишь страшный квест? Только квест не отпугиватель от собак. Честно признаться, я сегодня хотел сниматься с большим-большим доберманом. Деньги ради тебя. На обеды. Что? Курсы по подготовке. Ух, GoPro не убирают. Я бы так хотел GoPro. Вообще GoPro. Да подожди, Рома. Там стрелочка была на другую. Там стрелочка. Нет. Правда. Стрелочка была. Стрелочка была. Во-первых, это Рома решает, это его круг. Вообще-то, это мой барабан. Роман, я протестую. Так, солнце в Монако. Пожалуйста. Пожалуйста. Солнце. Пожалуйста. Роман. Зайчик, давай. Как он отправил грамоту? А хочешь Роман, сама зачитать? Давайте. Внимание. Все окунаются в один торт. Ура. Это вдруг, если оно выпадет. Не обольщайтесь, подождите. А можно даже, если не выпадет, все равно окунуться? Тем временем у нас осталось 8 подписчиков. Ну что, кого отгадываем? Давайте. Давайте в Сори. Сори с Настей Кош, давайте. За Милан, Милан. Давай, Милан, ты должна тыкнуть. Давай. А я-то что? Кажется, это Карина. Карина с тобой дружит, типа, и... Карин, ты дружишь с Настей Кош? Скажите, пожалуйста, вот мне 28 лет, да? Я уже, ну, пожилой человек. Так, так. Это кто? Это девочка, которая такой же пожилой человек, как и мы. Девочка. Настя Кош? Да, но она как бы позиционирует себя как подросток. Ей больше, чем тебе. А, да ладно. Ей 32. Ей 32. Сколько? Видишь, как эта бабка в аптеке. Сколько? Но она выглядит, типа, как будто ей реально 14-15 лет. Настя Кош. Как будто бы что-то знакомое, а я визуально не могу представить. Но она снималась у вас. Блондинка. Она у нас снималась? Да. На «Звездных историях» минимум. Меня там не было, я не знаю. Меня тоже там не было. Ну ладно. Ну вот ладно. И все, значит, все, заплатили тему. И суть. Да. И кто-то из наших подписчиц или подписчиков с ней, значит... А что, вы в ссоре? Не, сейчас нет, это было 3 года назад. Мы посрались. Просто это никак сейчас? Не... Представь, сколько мне было лет, и я посралась с ней. 9-летний ребенок поссорился с 30-летним ребенком. А, понятно. Ну, в принципе... Нормально. Так, ну так. Что, мои хорошие, давайте, кого мы выбираем и кого мы угадываем? Мне кажется, с Настей Кош вот этого девочка, а мне кажется, которая... девочка в очках. Я тоже думаю, что девочка в очках. Почему? Мне кажется, что она около ее контента. Типа, у нее же контент такой весь волшебный, ушки эльфийские, такая она, да? Мне кажется, она вообще не знает Настю Кош. А ты знаешь Настю Кош? А вы можете не задавать вопросы людям, они стоят, никого не трогают? Смотрите, она улыбнулась. Значит, это она. Готовы? Да. Да. Получу сегодня в глаз от Кариночки фас-фас. Итак. О! Девушка, скажите, пожалуйста, вы действительно в ссоре с Настей Кош из-за Миланы? Нет. А, я так и говорю. Иди ко мне. Представьте, пожалуйста, как вас зовут. Меня зовут Лера, и я из списка номер 7.
Вы хотите купить рекламу своего ТГ у одного из них? Да, у конкретно кого? У Леры Симки. У Леры Симки. Чё почём, Лер? Бесплатно. Все через агентство, ребята. Да, вот так вот. Напишите там на почту. А расскажите, пожалуйста, почему такое желание? Что? Ну, я с самого детства хочу стать блогером. Так. И в 2020 году я вела лайк, а сейчас больше всего занимаюсь телеграм-каналом. И мне кажется, если я возьму рекламу у Леры, вот, она мне еще плюс очень сильно нравится, то ко мне придут подписчики, которые помогут мне развивать мой блог. А как думаешь, сколько стоит реклама? Ну, я спрашивала, но не дешевая, поэтому я буду копить. Но на самом деле, я тебе знаешь, как скажу лучше, типа, просто ты же думаешь, что ты купишь рекламу, придут подписчики, и типа, ну, можно будет вообще стартовать, круто будет. Но на самом деле, типа, это немножко не так работает. Да, так работает, и чтобы у тебя было более правильное мышление, нужно просто как бы самой круто развиваться, делать классный контент. Классно, да, он у тебя деньги из кошелька забирает? Вот. Да. Здорово, да? А я девочке помочь хочу, да. Типа, ты он сама, прав. Типа, да, ты сама как бы развиваешься, делаешь классные коллабы крутые. Лучше там, знаешь, какую-нибудь коллабу, допустим, выбить, как-то прикольно потусить, еще что-то еще. Но как минимум ты уже здесь, я тебя уже знаю, поэтому мне кажется, что... Вот это хороший толчок для того, чтобы зарядиться энергией и клепать свой телеграм-канал просто. Будь здорова! Будь здорова! Скажите, а вот вы снимаете коллабы, допустим, с неизвестными ребятами, неизвестными? Да, да. Я вообще постоянно... А если вам понравится ее контент, снимите с ней что-нибудь? Конечно. Да. Мы с тиктокерами. Не благодари, малыш. А сейчас... Все, давай. Самое интересное. Крути барабан. Крути барабан. Прям на шоу снимем. А давайте правда снимем. Да, мы сейчас будем снимать. Сейчас она нам сначала нагадит, а потом мы видео снимем, потому что ну, нам все равно. И потом она напишет, фу, встретилась с этими уродами. На видео надпись. Билет на страшный квест, как же? А что, нет, мы его сами купим. Боже, боже. Да мы его сами купим. А как же так? Главное не гоу. Вас не уговорить, так бы у нас билет. Давай, да, тяни наказание, если хочешь, можешь сама. Мама не разрешает, другая. Тихо! Мальчики делают девочкам макияж. Трэш. А это, для... не девочки, а это для кого наказание? А потому что это у нас запрещено. Yes, Ромарио, как Ромарио. Да, да, Карин. Мой у нас хороший. Все очень плохо, как ты понимаешь. У нас уже все пошло. А мы типа ничего не отгадали? Одного, да. У кого день рождения, друзья? Скажите. Сейчас, давайте. С днем рождения! С днем рождения! Девочка в красном, да. Они неуправляемые. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, вы находитесь на шоу «Кто твой подписчик?». Прямо сейчас ваша задача выбрать одну категорию, сопоставить ее с человеком, так сделать. Девочка, 7 раз. У нее сегодня день рождения. Все, ты принимаешь решение одна? Да. И мы все приняли. Все, Рома. Задолбали они всех нас, давай уже Карина фас. Девушка в красной кофте. Скажите, пожалуйста, у вас действительно сегодня день рождения? Нет, у нее 12 миллионов подписчиков. Для обнаружения правильного ответа взгляните. Она разговаривает, как искусственный интеллект. А я ее знаю, я вроде ее видел. Проходи, как тебя зовут? Меня зовут Аида, и я озвучила искусственный интеллект в фильме «Отряд светлячков». Прикольно. А ты можешь сказать одно слово, пожалуйста? Суефа круче. Эшкери, вот этим голосом. Эшкери? Прикольно. А как тебя еще раз зовут? Аида. Арина? Аида. 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 Аида? Да. Аида. Аида, здравствуйте. И сегодня мы с вами будем озвучивать светлячка. Прикольно, тоже похоже. Для просмотра шоу «Кто твой подписчик?» перейдите на ВК-видео. Обалдеть. Она прикольно. Как будто бы не настоящая. А ты можешь так же прикольно сейчас взять нам и достать наказание? Аида, крутите барабан. Барабан крутится. Я это... Барабан крутится. Я так не могу. Барабан крутится, деньги мутятся. Карин, что у нас? Снимем для них на сутки без... Да, уходят? Да. Им вообще насрать, ты видишь? Да, да, да. Я думал, что сложно было с Лигой. Нет. Нет. Котик, котик, берите наказание и читайте. Так. Вам нужно выпить литр газировки. Я ненавижу газики. Это не наши проблемы. Это же умереть можно. Это как вообще выпить? Газировки, зай. Мне она бы сейчас так, кстати. Они потом так ругать будут. Давайте мы, наверное... Они ругать вонищей будут, вот реально. Давайте мы, наверное, еще немножечко пообщаемся с Аидой. Это ваша подписчица. Нам, наверное, интересно узнать о ней немножечко. Мне было интересно проанализировать, чем заинтересованы поколение Альфа. Поколение как? Поколение Альфа – это следующее поколение после зумеров. В
число которых вхожу я. Альфа — это типа крутые мы, да? Это более молодые, чем зумеры. Стоп, подожди. А вы что, не знаете, кто вы? Типа, у меня вопрос. Это твой настоящий голос? У меня есть настоящий голос, но на данный момент я говорю с вами как искусственный интеллект. Прикол. Все? Это все, что вас интересовало? А для чего, кстати, это нужно было тебе узнать, чем там интересные вот подписчики? Я работаю в кинематографе, и мне нужно знать, чем интересуется следующее поколение, которое будет работать после меня. Мы тут с Кариной хотим в кино сниматься, а нет, там роль какой-нибудь интересный. Слово пацана, новый сериал. К сожалению, слово пацана не было снято нашей кинофирмой. И это потрясающе! Давайте обниматься и прощаться. Прикол, спасибо. Это самая сложная съемка в моей жизни. Реально. Все хорошо, Ром. Все хорошо, Карин. Я же сразу просто, видишь, какая спокойная. Я думаю, что ссора с Настей Кош прошла у девочки вот. Короче, в джинсах и вот кофточка с вырезом такая тербурмалиновая. Ой, я постою. Так, ну что? Давайте проверим. Блин, я бы так хотел, чтобы вы розовую выбрали. Ой, ну ладно. Если это не она, мне кажется, она на жюри выступала. Ну что, в итоге кто? Дети, ну? Давай, девочка, бурмалиновая кофточки. А вы вот когда-нибудь что-нибудь вместе выбираете? Мы выбрали все вместе. Ну, так, мы же не можем одновременно, ладно, давайте одновременно скажем, как ты там, как это сделать? Мы окаем ее ответ. Так, окнули. Да. Значит, еще раз, кто, кого выбираете, кто есть кто? Девочка в синих джинсах, бурмалиновой кофточки с вырезом. Хорошо, и кем она является? Она поссорилась с Настей Кош. Это последний ваш ответ. Ты не думаешь, что как будто кто-нибудь с той стороны? Это последний ответ. Нет, я думаю, вот она. Ты так не считаешь? Ты примешь решение, ребят? Защитите тут всех нас побыстрее, Карина, фас. Как сказала Милана Некрасова, девочка в серо-бурмалиновой кофточке. Скажите, пожалуйста, вы действительно поссорились с Настей Кош из-за Миланы? Нет. Ну, конечно, нет. Проходите, расскажите, как вас зовут? Как вас зовут? Здравствуйте. Ярослава. Ярослава, очень приятно. А кто вы из этого потрясающего списка? Пела на Жара ТВ. Вы пели на Жара ТВ? Да. Что? Круто. А как у тебя так получилось? Что за трек? Я участвовала в группе Russian Jackson's Five, и мы этой группой пели там. Это что-то серьезное, просто не знаю. Ну да. Russian Jackson. Есть такая, была такая группа, где маленький Майкл Джексон пел, Jackson 5, из семейства Джексонов. А у нас есть Russian Jackson's 5. А ты можешь продемонстрировать что-нибудь? Я уже закончила с пением. Почему ты закончила с пением? Мне интересно. Офигеть. А группа продолжает петь? Да. А ты что, чем-то расстроена? Ты расстроилась? Нет. Или ты расстроилась, что мы тебя типа убрали? Нет. Ну ладно. А почему ты на нас подписана? Да. Ну, мне как-то было скучно, я зашла в YouTube, мне попалось... Ну, даже смешно расскажешь, говорит. Пение скучно, подписано, потому что, ну, скучно было, решила просто посмотреть, типа, там, да. Ну, а мы подняли... Мне попалось ваше видео, и мне стало интересно, я начала вас смотреть. Очень приятно. О, круто. Класс. А хочешь сделать менее приятно ребятам? Напакостить. Крутануть барабан и выбрать наказание. Ну, она... Решительная девочка. Только не GoPro, пожалуйста, хорошо? Уберите билеты парк аттракционов. Давайте не GoPro. А наказание нельзя? Он еще не работает. Фу. Чем больше наказание, настольная тем игра больше для компании. Что оно вам выпадет. Карин, проверяй, настольная игра для компании же? Да, абсолютно. Так, Солнце, давай, доставай наказание. Если хочешь прочитать сама, читай громко и выразительно. Тихо! Пропылесосить и помыть пол в студии. Вот так. Ой, я хочу, чтобы это выпало. Эй! Да. Карин, будешь нам помогать тогда? Да сейчас. Слушайте, а вы не можете угадать человека, который снимался в вашем клипе? Вы что, не там помните? Там массовка была. То мы есть, всех помним, мы да. не помним, кто был. Жень, трэш, вот мы с Кариной помним всю массовку, которая снималась в наших клипах. А у тебя в массовке было какое-то ограничение по возрасту? Не помню. Да, были все, я помню, все были от 18. Все от 18 были. Я думаю, в клипе снимался либо вот этот пацан в черной кофте, либо девочка в синей кофте. Они единственные взрослые. Да. Да. Я думаю, то, что пацан. А ты думаешь, слушай, потому что он часто у нас на съемках. Милана разложила, делай выстрел, давай. Давай. А что вы опять проверяете? Готовы? Мы только одну угадали, ребята. Так, смотрите, у нас осталось 5 человек. Может быть, каждый из вас сделает по одному выбору,
каждый сам выберет себе категорию и человека. Может быть, так попробуем, если по-другому не получается? Можно я первый? Же, давай, если... ты первый, да? Короче, давай. Бывший друг Аскаридзе, вот девочка. С Аскаридзе? Мне кажется, да. Оскара Аскаридзе, да? Да. Это, насколько я понимаю, вот тот, который снимает не очень хороший контент. Да. Ты не знаешь, кто это? Они в телеге делают для детей, ну, то есть их смотрят дети, а они творят полную чушь. Пошлую. И это не запретили? Нет. Пошлую? Да. И за это ему Давид по лицу нафигачил. Ты? Бэри. А еще ты что, дерешься? Ну там технический нокаут был, все нормально. Нет. Так, ребят, давайте не, про, не об этом, а узнаем. Правда это? Давайте позвоним в тюрьму, пусть их я теперь понимаю, почему я даже знаю подруга. Эту женщину, которая может поспособствовать. И я знаю, это прекрасная блондинистая леди, с которой я хочу познакомиться. Да, очень... Так, да. Понимаешь? Она как встанет, и, да, ну, и все. И все. Так, ну что? Бывшую подругу Цискоридзе вы выбрали. Да, да, да. Цискоридзе, они не знают, кто это. Почему ты его коверкаешь? Смотри, смотри, Рома, смотри, смотри. Дети, кто такой Цискоридзе? Кто? Цискоридзе. Кто это? Цискоридзе. Цискоридзе не знаю. Аскаридзе есть. Цискоридзе – это очень знаменитый человек в балете. Это балерун. Это ты? Да, это я. Ментальная связь. У нас девочки всегда так шутят. Это ты. Они шутят про другое, думают, что пердят. Они пердят и рыгают, думают, что это смешно. Так это смешно. Нет, Ром? Когда люди пердят и рыгают? Вот так вот. Бывшая подруга Оскара Цискоридзе. Да все, в жопу, давай уже. Итак, девушка в белом свитере. Вы действительно бывшая подруга Цискоридзе? Да, это то. Да! Да! Рассказывай! Так, второй, второй. А почему бывшая? Потому что начался черный хайп у Оскара, все знают о нем. Я ей говорила о прайсе. Он словил... Он стал кринжом, да. Черный хайп, что мы говорили в телеграме. Ну вот то, что вот эти видосики всякие, сиськи, письки. Письки, жопа. А покажи мне тоже. Подождите, дайте, человек расскажет, блин, историю. Ну интересно же. Просто в один момент он начал подниматься в своей популярности. Вот, и вот наше это общение... булочка вкусная, да. Вот эта ягодка, которая меня ложит. Про сиськи-письки шутит. Вот это мамина радость. Ты шутит, она показывает. Ты в его телеграм зайди. Вот это бусинка. Вот этот поросеночек розоватый. Вот этот. Поросеночек. Да посмотри, а прыщечки на подбородке какие надавленные. Вы, ну вы прикалываетесь надо мной. Ну чисто бабушкин внучок. Ну мой. А волосы сальные, не уложенные, не мытые вот эти. Ну ягодки. Продолжайте. После этого с звездочками перестали общаться. И может быть, наверное, полгода назад я листала ТикТок, наткнулась на Оскара. И я поняла, в чем дело. Жесткого, ребят. Там прям реально жесть. Да. Там пипец. Я понял. Спасибо вам, прекрасная леди, что вы не общаетесь с Оскаром Цискоридзе. Да, за это просто... Балерун он тоже так себе, если честно. Гоу! А у нас осталось 4 подписчика. Ребята, давайте. Ой. Я думаю, что в клипе снимался. А что если стопе? Так, давай, давай, Ром, давай. Стопе, подождите. Давай, 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 давай. Смотрите, все мы прекрасно понимаем, что песня про девочку Уэнзи написана про девочку Уэнзи. Да, поэтому и просто. Подожди! Которая, ну, вот из вот этого вот фильма «Dance, dance, shake my hands, hands». Она же там вся была мрачная, да, она же ведьма, она же колдунья. А что если... Он ведьма? Вот этот парень ведьма? Не просто так... одел себя в черные одеяния для того, чтобы дать какую-нибудь подсказку. Или ты нас пытаешься запутать? Нет, у меня нет задачи вас запутать. У него кроссовки синие. Можно я сделаю? Все, тогда моя логика... Давай, ты можешь сделать следующий выбор. Да, да, так, давай. Снимался в клипе «Девочка Уэнзи», девочка в розовой кожанке. Да. Так, ну что? Давай, Рома. У тебя все были старые... Мы приехали сейчас. А уедем завтра, Карина Фас. Все, давай. Скажите, пожалуйста, вы действительно снимались в клипе «Девочка Уэнсдей»? Нет. Естественно. Блин! У нее 12 миллиардов подписчиков. Да. Пожалуйста! Реально! Да. Проходи, рассказывай, как тебя зовут. Я же сразу вам сказал, а вы меня не слушали. А где? Меня зовут Варя, Варя Джем. Я блогер-миллионник, у меня общая аудитория около 12 миллионов. Вот в ТикТоке у меня 9 миллионов, ага. В Ютубе у меня почти 2 миллиона, а в лайке у меня почти 700 тысяч.
Понял, прикольно. Так. А как так? У меня в Ютубе миллион только. У меня в ТикТоке миллион. У меня в ТикТоке 300 тысяч подписчиков. А ты шорты выкладываешь? Нет, вообще Ютуба нет. Да, но еще, у меня еще есть золотая кнопка Ютуба и серебряная кнопка Ютуба. Круто. У меня ни одной. Вопрос, а почему мы здесь сидим? А почему мы здесь сидим? Да. Почему не в роли подписчиков? А что на нас подписано? Вы мне очень нравитесь. Вы очень стильные, модные, веселые. Вы просто самые лучшие. А ты про нас рассказывал? Блин, спасибо большое. Спасибо. Никто из вас реально сходство не видит? На меня она похожа? Ну, типажом чуть-чуть, да. Да. Типажом. А тебе не писали, что ты... можешь очки снять чуть-чуть? А ты тебе не писали, что ты похож на Леру Симку? Писали. Это подожди, ты? Подойди, пожалуйста, поближе. Подойди поближе, я тебя рассмотрю. Это ты снимаешь ролики, типа, ты на меня похож, нет? Нет, ну, это не... Ну, это было два ролика. У меня просто какая-то девочка есть, причем как будто не одна, которая снимает видео и пишет, что... Ну, хайпится на том, что они мои сестры. Прикольно, что ты, ну, типа, подписан на нас, классно, спасибо. Да, прикольно, молодец. Что у нас есть. Продолжай подключи. Дальше этим заниматься. Я спасибо. Смотрю, у тебя очень хорошо получается. По твоему результату. Большая умничка. Спасибо. А что вы с ней прощаетесь? Солнце тебе нужно покрутить барабан. Подумали, мы угадали. Лишний раз обняться никто не запрещал. Это правда. Давайте, миледи, все-таки у вас золотые руки и кнопки, и мы теряем... Нет! Торт Суефа. Кофе, главное не купить. Боже, да нет. Что тебе на кофе продолжаем потерять, ребята? Громко, четко, с выражением, на стульчике. Почему так много наказал? Тихо! А когда ты купишь торт Суефа? Прикрепить на лица 30... 30 тысяч тонн тротила. Прикрепить на лица 30 бельевых прищепок. Нет, это выполняется. Мы рады, что вы выполняете. Конечно, я люблю, когда написано, что все должны выполнять. Мне кажется, это очень больно. Почему не все? Все. Это Карина. Спасибо вам большое. Вы популярная, вы суперзвезда, вы лучшая. И никому ничего не должны. Ура. Девочки, я изначально на вас надеялся. Я так. Возложил на вас великие надежды. Так, зря. Нет, подождите. Почему? Подождите, я думаю, вот да у меня есть про масло. Так, давайте мнение. Подожди, ты уже отгадывала. Нет. Кто еще из вас не отгадывал? Я. Лера одна не отгадывала. Я предоставляю сейчас выбор Милане, потом я. Милан, давай. Определитесь. Суефа. Ха. Снималась я в клипе «Девочка Уэнс» за меня предположение. Я сейчас просто раскидаю. Мне кажется, что это вот эта девочка в синей рубашке в ссоре с Настей Кош. Как будто вот эта девочка... Слушай, да, я тоже ее видела. Химан красивая девочка. Это же Энн Хэтуэй. Ты про какую? Синей рубашки. Вот, которая в синей рубашке. Здорово, Котик. Спасибо. Ты хватит себе бациллу принесла сюда. Слышишь? Клип включил клип, блин. А что ты куда смотришь? Я Милана разбираюсь, она чихает тут на меня. А этот у тебя, блин, читерством занимается. А ты что, учительница? Ты тоже родитель, Рома. Потом ли за губы его отдашь? Что происходит? Ты посмотри на него, наглый какой. Итак, ну что, Милана или Лера, кто из вас выбирает? Давай Лера. Ты. Лера, давай. Ты выиграла, все, давай. Лера. Комару, комару. Карина, ты тоже так? Фу, ты мне чуть язык не проколола. Реально? Да ты что? Прям так и сказала. В общем, я думаю, что снималась в клипе девочка в синей рубашке. Вы согласны? В клипе снималась. Так ты делаешь выбор. Готова? Да. Да, Лера? Да. Все. Рома, можно. Рома, сладкий, можно. Раз, это хардбас. Разноси, Карина, фас. Итак, девушка в синей рубашке. Вы действительно снимались в клипе девочка Wednesday? К сожалению, нет, у меня день рождения. Я, конечно, не девочка Уэнсдэй, но в клипе снималась. Я знала, расскажи. Я знала. Как ты туда попала? Ну, мне просто подружка скинула информацию, то, что сейчас набирается массовка, и мы вместе пошли. И, кстати, мы до сих пор общаемся с ребятами, которые были тоже в массовке. О, круто. Вот. Нашли такую компанию, и очень классно проводим время. Я думала, вы меня переугадаете. Потому что мы с тобой, Милан, снимали «У Мужлан нет прав».
А я помню, да, мы с тобой снимали, да. Да что ты врешь? У нее память как у рыбы, она сейчас все, что сейчас происходит, она забудет через час. Рот закрой. Так, ну что, Дори мои. А почему подписаны на нас? Ну, потому что мне просто нравится на вас смотреть. А ты была подписана до того, как ты снялась в клипе или уже после? До того. А, прикольно. Ну идите, обнимите человека, что сели. Да, идем. Да, виделись же. А тебе же больше, да, 18? Да, больше. А сколько тебе? 18. Реально? Не больше. Так, что мы это? Сори, Настя. Сиськи мне ум. Давай, выбирай. У вас тут два ребенка стоит. Ну что, что, два ребенка ждет, да, четыре ребенка сидят, но... Сори, Настя Кош, выбирай девочку. Ну ты сама решай. Милана! Так, сейчас я думаю, подожди. Да, подожди, давай, давай. Да что тут думать, вон девочка. Хорошо, девочка в белой кофте. И Роман! А, как Роман. Что, девочка в белой кофте? Из-за Миланы с Настей Кош поссорилась. Вот этой прекрасной женщиной, 35-летней, блин, да? Блин, как будто он с Кош общался. Можем? Тебе не кажется? Хотя нет, подожди, тебя перебила. Да что? Как будто бы он. Нет, нет, это чел просто на съемки к нам ходит. Ребят, ну давайте девочку. Нет, 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 смотри. А? Вы готовы, девочки? Нет, мы не готовы. Мы совещаемся. У нас женский диалог. Подожди, подожди. Ром, ты что сегодня на обед кушать будешь? Я хочу, знаешь... Рыбку или курицу? Берешь бородинский хлеб. У нас съемка снимается. Творожный сыр, ветчина, узбекские томаты. Девочка, выбирайте. Так, все, мы решили. Девочка в белой кофте поссорилась с Настей Ковш. Сказка в ложь. Что? Сказка ложь. А наш рассказ... Расскажи, Карина, фас. Итак, девушка в белой кофте, скажите, пожалуйста, вы действительно поссорились с Настей Кош из-за Миланы? Да. Да. Я говорил. Вообще-то это мы приняли решение, а ты просто что-то там пробовал. Расскажи, что произошло вообще? Произошло это так. Я листала рекомендации, мне попалась Веселёчек. И у нее была подписка 1000 суперлайков. И я написала, почему так много, даже у Миланы не так. А после этого она ответила мне, что на меня даже за 10 тысяч не подпишется, и заблокировала. Я сделала видео, то, что я не хотела ее обидеть, и с чего она решила, что я захотела ее подписку. На это Настя Кош написала, что я обиженка, и смайли-крысу добавила. Сказала, что наглость просить много и рандомно подписываться, и что за мое хамство я получила ответ. Подождите, вот эта 45-летняя женщина с вами поругалась из-за подписки? Серьезно? Подождите, а при чем здесь 10 тысяч? Она требовала с подписчиков деньги за то, чтобы на них подписаться? Нет, суперлайки. Они бесплатные, но их долго копить. Что такое суперлайк? Не что знаю. Происходит? Это монетизация в лайках. Это, можно сказать, валюта лайка как-то так. И за эту валюту, ну, кто-то на кого-то подписывается? Да. Но эти деньги можно бесплатно получить. А контент снимать там? Вести там социальный... Там Ацискоридзе снимает. Ацискоридзе, я помню. Почему ты с ним, а не со мной? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Поздравляю, бро. А у меня сладости нету. Рождение. Я не ем шоколад. Ну все равно подаришь. А сколько тебе, брат, исполнилось? 18. 18, кайф. Емана, это большой праздник. Спасибо. Жалко, что ты не ешь шоколад. Поздравляю. Лер, нормально. Так, ну, может быть, ты скажешь, как тебя зовут, сколько тебе лет? Коля, мне исполнилось 18 лет. Тебе 18? Да. Эш. Ну все, взрослая жизнь. Как планируешь отмечать? Я всегда мечтал, чтобы на шоу «Кто твой подписчик?» в мой день рождения мне прилетел торт в лицо. Карин, это можно предоставить? Давайте он за нас выполнит задание. А, сейчас, по волшебству, дайте торт. В принципе, я думаю, что да. Но только это ребята должны сделать. В лицо? Торт с комплектом. Ой, я тебя подождите, знаю. Стойте, ребят, может кто-то из вас это сделает? А давайте на Цуефа скиньтесь. Первый номер. Цуефа, 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 Цуефа. Милана, иди. Карина, давай ты. Не-не-не-не-не, я детей не бью. А что, я тебе... В лицо прям. В лицо? Да. С днем рождения! С днем рождения! Я в турсе! Ничего. Жесть, а что за шлепок? Майонезный. Кажется, ты ему нос сломал. Нормально все с носом.
Да, нормально. Просто сломан. Просто переключка. Ага, если нам выпадет убирать все, это мы убираем, да? Да! Говорить люблю, но потом снимает машину. Раз, два, три. Ой, ёптись, мопсись! Летаешь! Стоит, горает, чуть колесо нам не сломало. Она сломала, колесо сломала. Так. Ой, я думаю, будет наказание. Я думаю, надеюсь, будет GoPro. Хочешь наказание? Нет, будет подарок. Билет в парк аттракционов. Убираться кто будет? Ты! Да сейчас. Дайте нам подарок. Билеты в парк аттракционов. Так, нет, и убирайтесь тоже. Это наказание от меня. Остров мечты, надеюсь, дорогие. Нифига. Да, дети, берем. Швабры берем, швабры берем. Реально? Да, друзья, в любой день мы дарим вам билеты в парк аттракционов. Вообще, в любой день, когда захотите, пойдете. О, это что? Так, а где радость? Я не слышу. Ура! Мы ради вас его открыли. Стой. Они помнят имена. Это было шоу «Кто твой подписчик?». Мы его ведущие, Рома Каграманов. Невероятная Кариночка Кросс. У нас в гостях обворожительный, очаровательный, талантливый, молодые объединение Цуефа! Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас любим, а вы нас еще больше. Всем пока! Радуйтесь подарком! Можно не надо. А вы куда? А можно не радоваться больше. Всем пока!